В минувший понедельник в силу вступили новые изменения в законах за нарушения в области безопасности дорожного движения. Подробности смотрите далее. Повышенные санкции могут применить в отношении берчан, которые лишились прав, но продолжили управлять автомобилем. Если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, то административный штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, либо наказание в виде обязательных работ сроком от 150 до 200 часов. Устанавливается ответственность и за управление машиной, если у водителя нет прав, он подвергнут административному наказанию или имеет судимость из-за управления автомобилем при отсутствии соответствующего права. Кроме того, предусматривается конфискация автомобиля, если он принадлежит обвиняемому и использовался при совершении преступления.